Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Теслер, и мы продолжаем проходить Morrowind. Как вы помните, в прошлом летсплее мы остановились на лагере Уршилаку, где, собственно, нам и дали задание, чтобы пройти обряд инициации, добыть один лук. Священный лук этого племени, лук Костигрыз. Итак, сегодня мы займемся, наверное, прохождением аж целых двух квестов основного сюжетного... основной сюжетной линии. Так, и добудем еще несколько артефактов. То есть это как бы стандартное у нас задание такое. Мы всегда проходим несколько миссий и находим несколько интересных очень артефактов. Итак, вот если верить дневнику, то нам сказали, что пещера находится на юго-юго-востоке от лагеря Уршилаку. Так, посмотрим на мир, но юго-восток. То есть туда. Мне кажется, что, по-моему, это неправильно. Ну да ладно. Так, сейчас подождите-ка. Сориентируемся. Так. У нас есть теперь суперсапожки, и мы можем гораздо больше совершать перемещений. Хотя мне казалось, что вот так вот пещера находится. Странно, почему говорится на... Что это такое? Птицы. Еще ужас клана за нами ввязался, но это для нас не проблема. Мне казалось, что вот так вот, если идти до Фалосмариона, то есть пещера там. Но никак не на востоке, это юго-запад ведь больше. Ну, сейчас посмотрим. Главное нам не зафейлиться. Так. Так, еще одна птица. Как-то из-за нее мне звук как-то глючил странно очень. Ну да ладно. Так, друзья. Так, идем сюда. Где-то вот что ли здесь. То есть вот, Уршилаку. Что ж такое-то? Ах. Мне казалось, что всегда здесь находилось. Ну давайте-ка заглянем. То есть да. Насколько я помню, точно это вот данная пещера. Так. Еще одно хитиновое копье. Я думаю, здесь нам не встретится что-то особо такого страшного. Еще один скелет. Так, и нам нужно сейчас найти одного еще одного призрака, у которого этот лук и будет. Так, здоровье, конечно, у нас не важно, как и сил. То есть нас, в принципе, могут и убить. Итак, у нас вроде как бы есть зачарование у... Хризамера, поэтому мы можем им воспользоваться. Так. Сейчас найду его. Ага, вот Хризамер. Давай еще раз. Угу. То есть здесь такие черепа. То есть действительно выглядит как захоронение. Снова проблема с водой, да. Кармическая. Ну ладно, нам сюда. Если магия, но у нас, в принципе, отражение магии уже, сопротивление магии. У нас есть отличные кольца. И эти скелеты нам вообще никак не мешают. Итак, что у нас здесь? Копье света. Факел, я думаю, лучше, да и так все видно в темноте. Стальная алебарда. То есть еще ищем, что продать. Здесь у нас мертвый авантюрист. Так, что же тут? Одна золотая. Ищу подмастерье. И отмычку подмастерье. Хотя зачем я ее беру? У нас же есть амулет, в принципе, который открывает нас сотку. Поэтому, в принципе, нам не нужно. Да, конечно, он очень жалким амбунированием сюда сунулся. То есть явно бы он ничего тут не достал.
Тут всякие свитки. Вот уже есть открыть даже 100. Свитки пошли. То есть какой у нас в данный момент уровень? 7, уже как бы свитки на открытие 100. То есть если бы мы даже не создали этот амулет на вскрытие, то мы бы уже как бы сейчас достали бы этот свиток и вскрыли бы уже, и получили кирасу спасителя. Скелеты воины. Честно говоря, не знаю, как-то звук в Моровиде у меня сейчас глючит, я не знаю, как на летсплее это будет отразиться. Но почему-то как-то странно. Если вы, друзья, не слышите этот звук, то вам везет. Но я думаю, что он сейчас такой же записывается. Это меня очень настораживает. Так, куда же нам идти-то дальше? То есть тут ничего нету, да? У нас сундучок 20, но я не думаю, что в нем что-то есть. Так, значит, нам сюда. В другую сторону. Эх, крысы. То есть, друзья, мы сейчас, видите, проходим основной сюжетный квест, и не то, чтобы он какой-то там интересный или что-то еще. Да, вот я бы сказал, что, допустим, интересный очень в Обливении. Ой, не в Обливении, извиняюсь, в Трибунале, там, на соцсхеме интересный. А здесь как бы такой обыденный совершенно сюжетный квест в Моровиде. То есть в будущем разработчики это исправили и сделали его как можно более интересным. Так, тут очень много дверей, и я, честно говоря, не помню, в каком захоронении находится этот луп. Очень много дверей. Так, а что ж такое-то, я застрял. Ага, вот, мечик. Нам бы до него добраться, и мы бы смогли его продать. Конечно, с акробатикой у нас вообще не очень, то есть, если у нас хорошо с бегом, то с акробатикой вообще никак. Где бы пригодилось бы нам заклинание очень телекинеза, но так как его нет, то используем... так, левитация изделия, придется нам одно использовать, чтобы добраться до него. То есть это как бы тоже считается за артефакт, этот меч. Оп. Захоронение Какуна. Я вот честно, друзья, не понял. Ох ты, сколько что дверей-то. Прекрасное захоронение. Мне кажется, что навряд ли здесь. Ну давайте-ка посмотрим. Мы все еще летаем. Так, сохранимся. Эти лучники-то больше всего нам урона наносят. Так. Угу. То есть достаточно легко и просто расправляемся с ними. Ну, я надеюсь, что мы туда идем, потому что двери, ну, уж очень как-то много. И как бы все-таки надеюсь, что здесь. Да, по-моему. Давай, дух, умирай, 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 умирай. Я надеюсь, что ты тот самый дух. Ай. Да, 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 ура, друзья, я выбрал правильный путь. Где? Где прах? Ага, и вот он, лук кости грыз. Ничего такого в нем нет совершенно. Повреждение ловкости и атака 1 в 20. То есть кому такой нужен, это непонятно. Но это их как бы старинный меч. Теперь нам нужно лишь выбраться отсюда. Так. Давайте-ка уйдем. Тем же путем, что ли. Опять у нас жизни, конечно, нету. Экзамены кончились. Все. А, ну мы, в принципе, пусть очистили, поэтому ничего такого. Да, это действительно меня звук раздражает. Странно, это ты баги Моровинда, меня тоже вообще. А вышли мы через... Откуда? А, кармическое, да, захоронение. То есть все достаточно просто. Всегда идем наверх. И не нужно было никуда сворачивать.
То есть мы выбрали правильный путь. Я действительно не знал, в какой путь идти было. Да, мы, по-моему, отсюда вышли. Вот. Нет, правильно. Я думал, может, из-за ботинок такой странный звук у меня появляется. Ну, вроде бы нет. Так. Что-то я вообще начал застревать благодаря этим ботинкам. Конечно, они хорошие, но застреваю я, конечно, конкретно в них. Да что ж такое-то? А, тут какой-то помост. Вот такие вот мне помосты всегда не нравились, потому что вечно в них начинаешь. Так. Знать бы, где здесь еще выход. Да, мы здесь были. Определенно. Сюда и наверх. Странно, почему-то не показывается, что выход. Итак, вот, друзья, небольшое исследование пещеры. Почему-то я думал, что это все дольше времени займет. Ну, зато мы сможем пройти еще больше квестов. Так, возвращаемся в лагерь. За нашей наградой, в принципе. И получим еще один квест, который мы пройдем. Кстати, заглянем, если вы нас помните, в прошлом летсплее я проходил мимо одной интересной пещерки, она называлась Ибардат. То есть, эта пещера... Так, неужели нас убьет Кагути? Мне действительно скрывался щит, очень хороший. Это, по-моему, символ. Точно неправильно, наверное, не скажу. В общем, щит на восстановление здоровья тоже один из артефактов, который мы, скорее всего, продадим и заработаем денег. Так, что-то у нас ловкость-то нашу повредил этот. Да, призрак повредил нашу ловкость. Блин, а. Все эти призраки, все эти ходячие трупы, ах, как мне не нравится совершенно. Все, мы прошли обряд. То есть мы можем теперь... Мы стали другом клана, да, да. И можем теперь, наверное, пойти к шаманке и... Собственно... Чтобы она нам рассказала об Нереварине, то есть... Так, юрта шаманки здесь, да? Так, что она нам скажет? Угу. И вот, если, друзья, вы прочитаете, то есть, по-моему, вот это и есть пророчество Нереварина, то есть, почитайте, друзья. И именно вот это нам вроде как бы придется пройти. Угу. Что еще ты нам должна что-нибудь рассказать? То есть, все, насколько я понял. Давайте-ка посмотрим дневник. Угу. По-моему, нам нужно теперь вернуться к Касадису, насколько я понял. То есть давайте-ка быстро пролистаем, потому что в любой момент дневник может обновиться. Так, ничего. То есть все, мы должны возвращаться обратно к Касадису. И, видимо, передать ему вот это. Как-то очень странно, звук глючит в летсплее, это мне не нравится. Угу. Ну все, друзья, возвращаемся, значит, к Касадису. Но для начала, наверное, мы сделаем пометку. То есть посмотрим. А, нет, наверное, не сделаем. Очень маленький шанс, вот как вы видите. Вот здесь вот очень плохо, наверное, видно. Желтая полоска — это то, какой шанс, то, что получится сделать заклинание. И у нас не получится, скорее всего, это сделать. Поэтому мы возвращаемся обратно и, наверное, скорее всего, вернемся через Хул.
Да что такое с этим звуком-то, вообще не пойму. Реально как-то глючит. Ужасно. Так, друзья, мне этот звук совершенно надоел. Попробуем сохраниться тогда. И перезагрузиться. Может, это что-то да изменит? Потому что он действительно какой-то странный, постоянно меняется музыка. И все перезагружается. Вроде как получше, да, стало, друзья? Фух, я уже думал, придется игру заново переустанавливать. Это все морока такая. Итак, ладно, так как у нас все, в принципе, восстановилось, нам бы еще выздороветь и восстановить запас сил. И поэтому мы отправимся в Ибардат. Очень классную пещерку тоже, как бы. Сейчас мы... Все, оп. Так, и вот мы ее проходили, я говорил то, что в ней что-то такое было, да, друзья, поэтому в ней действительно что-то такое было. Зайдем. Здесь как раз спрятан щит для тех, кто любит со щитом ходить. Как бы тут в игре нельзя прикрываться им, в принципе, этим щитом, но перс прикрывается автоматически в зависимости от того, какой у вас уровень владения этим. Так, перс лечит трупы, да что их все маги, что ли, любят еще бузу у нас кидать. Мне бы просто, чтобы этот ходячий труп ушел. Так, из арбалета нас пытается. Так, давай. Так, надеюсь, он обычный. Зарубим его быстро. Что ж такое? Ай, нет. Видимо, повредил нам навык силы. Ужасно. Так, что у нее тут? Немножко золото, арбалет. Замок с ловушкой. Ну, в принципе, там ничего и не будет. Скам. Угу. И куда нам нужно? Тут замок с уровнем 5, а здесь у нас изношенная дверь в пещеру. Еще один маг. Ну, что нам? Маги это, наверное... Ничего для нас уже не значит, фактически, так. Улучшение магии, усиненное зелье света, все, бред. Я даже думаю, даже что не надо скрывать эти сапоги, эти сундуки, потому что в них навряд ли что будет интересного. Здесь у нас кольцо кошачьего глаза. В принципе, хорошее кольцо. Есть ключ. Так, зайдем-ка сюда. Ага, открыли. И тут, видимо, надо плавать, а у нас... Дыхания-то под водой нету. Плохо. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Так, давайте-ка смотрим. Что здесь, да как? Нужно найти проход, ага. У нас достаточно быстрые сапожки, поэтому мы не задохнемся. И вот мы выплыли в пещерку. Кстати, звук вернулся, этот ужасный звук. Странно очень. Реально какой-то заезженный. У нас все характеристики повреждены, все из-за этих ходячих ужасных трупов. Так, изделие левитации. Вот если бы не было, мы бы тут куковали, наверное. Так, стоять. И что, мы прям сюда? Стоять, стоять. Я куда-то не туда, друзья, пришел. То есть мы вроде как выплыли отсюда, но не туда мы. Здесь, видимо, еще есть водяной какой-то проход. Ага, а или мы отсюда выплыли? Я уж все забыл. Так. Ага. Нет, это мы вот отсюда выплыли. Так, правильно. Да что ж такое-то? Атлетика у нас повысилась. Так, ну... Бродить мы будем тут, видимо... Ага! Вот так ведь. Что-то я ступил очень, друзья. Ай! Что это такое?
Ничего себе. Это тут Дримора. Так. И она нас вполне может сейчас убить. Так, давайте-ка. Нет, амулет теней уже тут не поможет. Так, амулет. Так, сыт восстановление. Блин, я тут застрял и вообще ничего сделать не могу. Два. Ничего себе, какая синяя-то. Там еще одна. Нужно бить, пока у них, пока они нас магией швыряют, потому что нам она вообще не страшна, у нас на сопротивление огню. Так, и все. Так, тут сердце Дедры у нас, а тут еще одно. В общем-то, я надеялся, что у них будут различные дедрические оружия различные, но, увы, ничего. Так, ловушка 70. Угу. Нам нужен амулет вскрытия. Определенно. И ловушечку бы вскрыть. Еще кто-то за нами то ли гонится. Тревожный звук. Ага, здесь еще золотая святоша. Сохранимся. Ну, в принципе, может оказаться очень мощной. Так. За что ты меня так? Ого. Все, да. Это была быстрая очень смерть. Очень глупая и очень быстрая. Мы промазали все несколько раз. Надо было, наверное, все-таки... Ах. Как так-то? Это, видимо, что-то за меч, отнимающий запас сил, друзья. Поэтому мы сразу же падаем и не можем ничего сделать. Варианты? Какие сейчас у нас варианты против нее? Бежать. Бежать туда, где она нас не может достать. В принципе, в воду. Да что ж такое-то? Ах. Какая она все-таки жестокая-то. Так. Если бы у нее, наверное, она не отнимала силы нам, то было бы все гораздо легче. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Есть водное дыхание, да. Приказ существу. Угу. Если амулет не сделал, то наверняка уже ничего не будет. Хотя, вот. И может сейчас под амулетом теней мы ее забьем. Хотя у нас нет сил, но... Да-да-да. Давай же. Все, да, это победа, друзья. И вот, кстати, золотые святоши. Их очень хорошо зачаровывать. У них фактически очень сильные души, очень много стоят, и поэтому... Зачаровывать именно их стоит. И вот, друзья, вот он, такой щит висит. Его, в принципе, трудно не заметить, но иной раз можно и не заметить. И вот, щит Элейдена. Это не лучший щит в игре, но зато восстанавливает здоровье. Мы его берем и, скорее всего, продадим потом. Что у нас здесь, друзья, еще есть? Дедрические доспехи, то есть, вот, дедрическая секира. Можно все продать, но те, кто собирает, конечно... Все дедрическое. Ох ты, сколько тут всего-то. Еще музыка это играет, как будто тут кто-то остался. А у нас вес это, блин, нам еще силу повредили, друзья, так что, блин, это плохо. Очень плохо, друзья, очень. Все очень много весит. Здесь есть проповедь. Вивика, их очень много штук. Деревянный замок. Сейчас скроем. Так что придется, наверное, возвращаться мне потом не в летсплей за этими безделушками, друзья. Потому что я как-то вес не рассчитал. Давай. Так, и что тут еще? Золото, жемчужины, все, бред, не будем. Кстати, вот. Здесь такие вот... Стоят у нас черепушки, а в них воткнуты кинжалы. То есть, если мы возьмем этот один кинжал, то появится один призрак. Так, он, надеюсь, ничего не успел повредить. Нужно нам еще будет сгонять, значит, в имперский культ и восстановить все наши навыки.
поврежденные. Увеличить силу воли. А, я думал увеличить силу. Было бы неплохо силу. Было бы неплохо, если бы тут что-нибудь такое было. Но увеличение силы. Ну тут ничего такого нет. Ладно, друзья, не будем тут долго задерживаться. Тут еще есть тайны Талары. Разрушение. Тоже мы этим не пользуемся. То есть возьмем, наверное, что полегче, что сможем нанести. Например, вот этот посох. Ага. 312. У нас еще 6 веса. У нас нечего совершенно выложить. То есть все нужное. Все нужно продать. Так, это плохо. Ладно, друзья, я действительно, значит, в скором времени вернусь сюда, чтобы все вот это, как бы, продать. Вес 2,4, ну, это нам не поможет, фактически. То есть вернуться за всем этим барахлишком. Так, и, значит, обратно идем отсюда. То есть можно было левитацией, значит, но мы левитацию стратили. Поэтому пойдем пешком. Так, что-то вот не нравится мне, застреваю вечно. Ага, скам! Тот самый жуткий, который гонялся, который нам эту музыку создавал. Не, ну с музыкой действительно, друзья, проблемы какие-то. Что-то странное запустил. Вроде как нормально все записывалось. Тут хопа. Ага, что у нас тут есть? Может тут есть... Ну, зелье водного дыхания возьмем. Быстроплавание, левитация. А, ну да. Левитация это нужно. Левитация. Кирдилийский бренди. Нет, по-моему, Флин увеличивал нам силу. А бренди что-то другое. Ну да. Выносливость увеличивает бренди. Поэтому толку от него нет. И все, друзья, возвращаемся, значит, сейчас в Балмару. Говорим с Каем Касадисом насчет пророчества. Так, эта музыка действительно раздражает ужасно. Перезагрузимся, потому что это как-то помогает нам. И мне нужно, наверное, решить, друзья, эту проблему с музыкой. Так, а что здесь? Я здесь последний раз сохранялся. Ну да. И, наверное, сегодня закончим вот такой вот летсплей наш, не очень удачный. Из-за музыки она нам подпортила, но мне просто не хотелось пересоздавать вновь. Странно очень это, странно. Прямо не знаю, в чем дело. Может, аппаратное ускорение виновато? Нужно поменять, не знаю. Очень я не хотел, чтобы так все прошло. Ага, то есть пометку мы так и не сделали. Ну вот сейчас мы зачаруем, скорее всего, кольцо. Я продам вот эти все безделушки, которые мы насобирали. Нужно запомнить, что в пещере остались еще. Я за ними обязательно вернусь скорым временем. И все, там подберу. Так, сейчас лишь бы нас рыба какая-нибудь не увидела. Чтобы эта музыка ужасная вновь не началась. Угу. Так. Ах. Вот что он пришел. Или это какая-то в этой местности именно такая ужасная музыка, если так. Хотя нет, вот снова началось. Эх, какая-то проблема. Дурацкая совершенно. Едем в Альдрум, потом вновь в Балмару. Так, давайте-ка посмотрим настройки. Попробуем вот так вот, программный режим. То есть, наверное, ничего не изменилось. Ну да ладно, с перезагрузкой, наверное, только меняется. Я из этих сапог вечно застреваю везде. Так, путешествие. И в Балмару. Все, рассказываем сейчас о пророчестве Нереварина. То есть, друзья, я надеюсь, что вы уже поняли, что игру нужно проходить. Нужно очень много читать, чтобы получить действительное удовольствие.
Но вот эти уже луки мне надоели. Не дают они мне спокойно жить. Ладно, хоть перезагрузка очень быстрая. Так, ну вот, вроде как все хорошо. Идем к Касадису. Прошу вас продолжать. Распоряжение. Я пойду на все. Все, то есть нам нужно теперь узнать о базе шестого дома Дагод. То есть нужно для этого вначале пойти в форт Пестрой Бабочки. Это находится около Альдруна. И они нам расскажут, что где-то затаился один из фортов, так сказать, постов шестого дома Дагод, который мы должны изничтожить. Итак, значит, отправляемся снова в Альдрун. Ах, да. Вещички, друзья. Хотя я думаю, может быть, закончить на этом наш небольшой летсплей, потому что он не очень удался, да? То есть, поэкспериментировать мне со звуком. В чем дело, понять. Восстановить характеристики и продать еще все это наше награбленное барахло. Так, нужно еще выложить вот такие всякие. У нас очень повреждены характеристики, как вы видите. Так. Ох ты, вот сколько всего. Хотя, я думаю, друзья, вот на этом мы, наверное, скорее всего, закончим наш вот такой летсплей, потому что вот так вот все нехорошо получилось. Нужно все это сейчас продать, денег выручить. Я не думаю, что это как бы кому-то интересно смотреть, так что, друзья, я сделаю два небольших летсплея, то есть очень быстро, восьмой и девятый вместе с ним, и мы отправимся за новыми артефактами под названием Кулаки Рандагальфа и посмотрим, что да как. Так, спасибо, друзья, извиняюсь, я очень за сегодняшний недолетсплей, очень прошу прощения, но мы вернемся к нему позже. Огромное спасибо, всем пока!